у телеведущего Леонида Каневского диагностировали онкологическое заболевание. Как сообщает телеграм-канал Мэш, медики выявили патологию во время очередного обследования. По данным канала, последние несколько лет актер жаловался на боли в районе малого таза. Врачи обнаружили подозрительную опухоль, и она оказалась злокачественной. Однако здоровью новообразования не угрожает, а потому удалять ее операционным путем не стали. Врачи стараются не проводить операции в преклонном возрасте, а Каневскому 85 лет. Также ситуация осложняется и проблемами с нижними конечностями. У ног телеведущего снижена чувствительность, а из-за эндопротезов правого и левого тазобедренных суставов ему сложнее двигаться. В конечном счете медики решили направить Каневского к онкологу. Он должен встать на учет и проверяться раз в несколько месяцев.